Всем привет из Одессы! Сегодня 20 апреля 2024 года, и у нас в Одессе огромнейшее событие. У нас открыли парки. Это сейчас будет обзор греческого парка, ребятки. С момента войны они были закрыты. Но наконец-то для нас открыли наши парки, ребят, и Потемкинскую лестницу. Сейчас делаем обзор греческого парка. Там дальше детская площадка, мы не будем бежать. Уже так будем не сильно удлинять вам видео. Вот такие греческие статуи, видите, стоят по периметру. Сейчас я подойду, увеличу чуть-чуть. Вот такого плана, видите, статуи, всякие скульптурки, люди гуляют, мало людей, ребятки, уехали, до войны было очень много, парки были всегда заполнены. Эдем, а это Эдемское яблоко, ребятки, Эдемское яблоко, видите, в парке Горького. Боже мой, в парк Горького, греческий парк. Ребята, Эдемское яблоко в греческом парке. Видите, какая красота. Так можно, детки, видите, гуляют с детками. Красота. Тоже красиво, когда весной все цветет. Шикарный вид, ребят. Пробегаем. У нас открыли лестницу, но до низу. Вниз идти нельзя. Эти красота. Бежим. Это что такое? А, это лампочка. Треугольная лампочка. Камеры везде. И вот такая вот статуя-водопад, ребят. Смотрите, как красиво. Статуя-водопад. Давайте с другой стороны. Он, наверное, засвечивает. Ой, я подумала, черепаха. Это лампочки, видите? Когда темно, тут горят прожектора. Какая красота. Вот такой вот обзорчик. Всем спасибочки за просмотр.